Социологи выяснили, что строить карьеру людям помогают не только профессиональные знания, но и любовные чувства. Не к работе и не к начальнику, а в принципе взаимная любовь. Человек, который счастлив в отношениях, более продуктивен и способен к карьерному росту. Так считает половина опрошенных порталом SuperJob россиян. А вот несчастная любовь скорее препятствует профессиональным успехам, уверен каждый четвертый опрошенный. Интересно, что мужчины в ответах более категоричны, а вот среди женщин нашлось немало таких, которым неразделенные чувства даже помогают прокладывать карьерный путь. Лиза, ну это, видимо, те женщины, которые помнят фразу известного голливудского фильма, что если личная жизнь пошла прахом, жди повышения по службе. Но все-таки зря нас называют слабым полом. Это ничего точно подобного. И пока на этом все. Смотрите новости экономики, и пусть в работе вас мотивирует не только зарплата. Перефразируем классика. Любви все должности покорны.